Театр «Воденцовский историко-краеведческий музей» приходит во второй раз. Но впервые с театральной афишей. Более 50 экспонатов из разных эпох и временных отрезков, сообщающих о том, где, когда и во сколько можно посмотреть спектакль, зрелище или даже диковину. Такие выставки – особенность специализированных музеев. Однако одинцовцы не боятся экспериментов. Представлены экспонаты именно афиши. Афиши от информационных листков до произведений искусства. Одно из самых удивительных афиш, которые у нас представлены, это афиша нашего Одинцовского театра. Это афиша подлинная, в прекрасной сохранности и представляет гордость нашей экспозиции. Для первых посетителей выставки экскурсию проводит Светлана Лапшина, главный режиссер Одинцовского любительского театра. Светлана – идейный вдохновитель экспозиции и ее автор. Уже много лет занимается изучением театральных традиций нашего района. Режиссер выпустила книгу, где упоминаются первые большевиземские постановки и театральные представления на Баковке. На выставке представлен оригинал афиши летнего театра «Мадам Грушке», который в начале прошлого столетия располагался в Одинцово. Главным развлечением в деревушке являются спектакли. Как сами дачники фантазируют, собираются в кружки драматические и на три сезона сочиняют пьесы, сочиняют постановки, так и появляются специальные антрепренеры, которые работают исключительно на дачный театр. Афиша как свидетель истории. Если в этот рекламный листок вглядеться внимательнее, то можно узнать много интересного. Афиша – это целый документ, из которого мы можем узнать не только о дате, времени спектакля, названии, драматурге. Мы можем узнать и об актерах, которые принимали участие. Мы можем увидеть, как эволюционировал сам черно-белый листок в сторону красочного театрального плаката. Мы можем проследить географические названия даже по афише. В частности, например, в коллекции нашего Одинцовского музея есть афиша, где упоминается Александровская железная дорога. А сейчас она называется «Белорусская». Посетить выставку театральных афиш в Краеведческом музее можно в течение 3 ближайших месяцев. А если вы хотите узнать об истории Одинцовского театра из первых уст, то приходите по вторникам. С экскурсией вас встретит Светлана Лапшина. Мария Подъепольская, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».